Каждое четвертое дорожно-транспортное происшествие происходит по вине самих пешеходов. Сегодня недисциплинированного пешехода ждет предупреждение или штраф в размере 1-3 рублей. Если поведение пешехода повлекло за собой повреждение транспортных средств, грузов, дорог, дорожных сооружений, его оштрафуют от 5 до 30 рублей. Указ действительно строг, но справедлив. Повышенные меры наказания предусмотрены прежде всего в отношении злостных нарушителей, пренебрегающих интересами общества, ставящих под угрозу жизнь и здоровье людей. Строгий экзамен сдают майору милиции Юрию Аркадьевичу Платонову и внештатному сотруднику ГАИ Равилю Михайловичу Янгуразову. Пожелаем и пешеходам, и автомобилистам зеленой волны.